Добро пожаловать на наш канал! Сегодня готовим пирожки с капустой и слоеного теста. Для приготовления вам понадобятся такие компоненты. Слегка отожмите и мелко нарежьте кислую капусту. Нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами и обжарьте на среднем огне 7-8 минут до золотистого цвета. Добавьте кислую капусту, сахар и молотый черный перец по вкусу, а также по желанию немного томатной пасты. Хорошо все перемешайте и потомите капусту на небольшом огне, периодически помешивая 25-30 минут до мягкости. Затем выключите огонь и охладите начинку. Разморозьте, при необходимости раскатайте и нарежьте на кусочки желаемого размера слоеное дрожжевое тесто. Поместите в центр каждого кусочка теста порцию подготовленной начинки. Смажьте края теста яичным желтком. Соедините края теста и придайте пирожкам желаемую форму. Обмакните зубцы вилки в пшеничную муку и еще раз прижмите края теста для того, чтобы получился рисунок. Выложите пирожки в форму, выстеленную бумагой для запекания, и поместите в холодильник на 10-15 минут. Затем смажьте поверхность пирожков яичным желтком. Проткните тесто в нескольких местах вилкой и по желанию присыпьте семенами кунжута. Поместите подготовленные пирожки в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 15-20 минут до золотистого цвета. Пирожки с капустой и слоеного теста готовы. Приятного аппетита! Рецепт с пошаговыми фотографиями можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка находится в описании под видео.